за приз зрительских симпатий, за сцену установкой Роман Барабан. И за розовой установкой Илья Заяц. Пока мы не начали, разрешите представить членов жюри на протяжении всего Сизбер Драмбала 2019. Михаил из группы «Дети Йети». Александр Палышев, самый внимательный и четкий парень. И приглашенный член жюри Леонид Никонов. Группа «Атая», город 212, Мэтт Пайлот. Кто такой Ержан? Он уже который раз появляется. Итак, за Романа проголосовал один человек. Требуем пересчета. А за Илью проголосовало 24. Финал Сизбер Драм Батла 2019! Красная установка Василий Кузякин! Ну, она розовая, розовая установка! Зацян Антон Горохов! Чтобы немножечко разнообразить наш вечерок, вытягивайте одну фразу, прочитывайте ее и играйте. Там есть куча всяких отсылок, хотите соблюдайте их, хотите нет, whatever. Money talks. Английская пословица. Ну, сыграю, что попало тогда. Опа. Нормально. Хорошо. Я читать не умею. Некоторые вещи лучше оставлять недосказанными. О, отлично. Просто не играй. У семи нянек дитя без глазу. Гамбургеры. Краеугольный камень здорового питания. Туда ехать полчаса. Буду через 10 тактов. Нет. Это мне 10 тактов полчаса играть? Если не можешь быть хорошим, будь осторожен. We'll be right back.
кто это такой, но Энди Дюфрейн прополз через реку дерьма и выполз чистым. Как так? Даже другой билет. Не должен бояться, ибо страх – убийца разума. Вархаммер прям почти. Будь осторожным, быть не надо. Раз, два, прошу. Две, 28!
3.08. Ларс это кто? Это Ларс Ульрих? Юрилик. С маленьким отрывом. Хорошо, я скажу. Вот я скажу. Более гибкий. У него соляк, ну он начал прям очень многообещающий, но у него в середине был вообще. Смотрите, как я умею. Ой, я обосрался. Робот срет! Я бы взял. У одного руки, у другого ноги. И давайте, блядь, пожалуйста! Как бокс, да, можно. Вот это был решающий момент сейчас. Только когда будет драма. Кавер снимать, он опять же перенервничает, у него руки будут трястись. Дима, а что ты думаешь, кому лифтографии больше понравился? Ну, у него как-то больше фразировок разных. Ты скажешь результаты зрительских голосований, Саша, ты объявишь победителя. А кто? Сука, я так надеялся, что ты не тросишь сейчас этот вопрос. Член жюри Леонид Никонов. Да, спасибо, что позвал. Спасибо. Очень сложный был конкурс. Очень тяжело было выиграть победителя. Я очень рад, что не участвую в этом конкурсе.
Перед тем, как Миша объявит результат зрительского голосования, я хочу объявить тех, кто тоже набрал какие-то голоса. Саня, один голос. Лекса, она набрала целый голос. I6, процесс. Лас Ульрик, один голос. Ира, наш повар, два голоса. Восемь голосов! И Вася 26! И победителя объявит Александр Палышев. Прошу, Саша. Саня! Ебать, Марьяна бухала. Начнем сначала. Да, мы сюда все пришли и начали выбирать барабанщиков. Это было сложно, интересно, смешно, забавно. Вот финал. Очень трудно выбрать из этих двоих ребят, по крайней мере мне. Я до сих пор сомневаюсь и вообще имею право сказать свой вариант. Мы просто долго смотрим, 10 каждый говорил, вот этот, а нет, вот этот. А я говорю, нет, ребят, давайте вот этот, они нет, мне говорят, вот этот. А вот этот как? В конце концов я прогнулся и победил Вася!